рискует против Киляна Мбаппе играть с желтой карточкой на во вратаря, и это было именно с атакующей точки зрения агрессивно. Но а желтую карточку получает Фрэнки де Йонг. Показывает, что Фирпо отмахнулся. Ну, от Усмана Дембеле. Килиан Мбаппе номер 7. Мбаппе как раз сейчас пошел на 4 игроков, бросает такой роли. Но голы гостевые, как бы не хотелось их отменить, пару раз вступить в игру. Ваш комментатор Михаил Поленов. И мы смотрим за развитием Мбаппе. Трансфера слухов этих будет еще наверняка очень много, но в голове Ювентуса все равно до сих пор. Мбаппе смещается в центр. Не Диало. Без нарушения правил. Хунер Фирпо. Месси. Еще и на своего партнера. Икарди и Мбаппе в атаке. Поиграть чуть-чуть по-другому, то все в этом матче возможно. Мбаппе. Ворота не зашел. Килиан Мбаппе с мячом. А где моменты? Жизнь в атаку. Сейчас в составе такую впадает. Тринкау, конечно. Ну, а здесь Тринкау и Фирпо. А там, и, может быть, еще кто-то. Ведь у нас, походу, на кого-то там.